здравствуйте. Да нет, я на вечеринке, тут здорово. Что? Да, теперь нормально. В чем дело? Что? Уволен? То есть как это? Это... Вроде ж я нормально справлялся. Вы сами говорили, что все отлично. Я повышение ждал. Твою мать. Сэр, нет, ну... Нельзя же так. Тем более сейчас. Мы ждем ребенка. Я недавно женился, сэр. У меня семья, у меня ребенок будет. Как вы так можете? Ну что мне для вас делать? Прошу вас. Пожалуйста, клянусь, я сделаю все, что попросите. Пожалуйста, я все сделаю. Ну, хотите, я вам отсосу? Скажите, что нужно сделать? Не выгоняйте меня! Вы сами знаете, какая ситуация с рабочими местами. Прошу вас, сэр! Алло! Санчес. Очередная жертва доктора Эшфорда. Когда я был уже на подходе, Декстер приказал ему вывести Викторию с фабрики. Он – мой шанс найти ее. Однажды я недооценил мексиканца, но больше это не повторится. Повязывай с этим дерьмом, ладно? Хватит баловаться!
Эй, бейсболист, покажись! Я тебе такую крученую пулю подам! Закачаешься! Черт! Тебе сюда нельзя! Эй, я тебя видел! Привет!
этот чувак вылет и я 15 лет назад. Судя по тому. Чувак, вылитый я 15 лет назад. Жуть. Ему тоже нужен парик. Привет. Здесь ничего нет. Господи, ну и жесть. Видишь что-нибудь?